Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И добро пожаловать в наш пятый по счету сезон и вроде десятую по счету серию юбилейную. Перед тем, как идти что-то делать, ловить новых покемонов или еще многое другое, давайте я покажу вам, что я построил. В первую очередь, смотрите, какой я домик себе построил. То есть, крыша еще не готова, да, крыши еще нету. Но все же, мы можем уже забежать сюда домой. Уже есть пол, уже есть хотя бы потолок. Окон еще нету, то есть, я без вас не делал, потому что я хочу покрашенные окна. Да-да-да, там на карте еще многое другое. Ну как, не очень многое, но все же. Окна я потом с вами сделаю, сейчас я не делал сам. Тут у нас будет подъемчик на второй этаж, еще тут ничего нету. Потом, я не знаю, что тут такое, просто место хотелось чем-то занять. Тут коморочка какая-то маленькая. Тут у нас такая кухня. Туда не смотрите. Кухня такая небольшая. И, в принципе, больше такого нету, ничего. Что я хотел? Эти все вещи мне нужно взять. Только я не помню... А, вот. Вот тут. Это, потому что я это все выложил, потому что я строил. Это. Еще что? Хавчик. Сейчас давайте вот это возьмем, вот это, грушу. Я грушу нашел, ребята, вот она. Пир. Где-то я ее нашел, собрал, чтобы потом в нашем саду ее посадить. Я потом хочу сделать, знаете, какой-то большущий сад фруктовых деревьев, большущий сад каких-то тропических деревьев, большущий сад каких-то клубник, что там еще есть, разных страубери, мамбери и всякие вот такое. И мне кажется, это будет прикольно. Давайте сначала, я не знаю, куда-то сюда, хотя нет. Нет, давайте, может, куда-то сюда, потому что еще где-то за стеной. Проснемся. Перед тем, как идти кого-то ловить и еще что-то сделать, давайте я еще немного покажу. Больше такого ничего не делал, тут я только пометку сделал, откуда это будет начинаться, где кончаться. Как видите, я уже разровнял большую территорию, можно сказать. То есть гора начиналась где-то вот тут. Вот где-то вот тут уже. А смотрите, за сколько уже я разровнял. Потом. Тут уже приконы, да, будут сажаться, просто тоже так выделил территорию, где они будут. И тут у нас уже яблочки дозревают, то есть это наш сад яблочек. Это мы еще не можем собрать, это еще не выросло. Это что, это тоже яблоки, да? Давайте еще тогда сделаем еще одно дерево и посадим его... противоположно вот тут. О, это уже выросло, только... А, нет, показалось. Ну, ладно. Сейчас, ребята... Ух, как это сдалека уже смотрится. Какой Годзилла там, ребята, это Годзилла же опасная на нас надвигается. Но нет, это я уже начал строить музей. Да, такой маленький музей у нас будет. Это совсем маленький, что тут большого? Ну что тут большого, это только вход. То есть я еще не успел ничего построить. А, точно, мы же можем летать, я что-то затупил. Я еще толком ничего не построил, потому что я вот только вот эти хрени, балки или как это называется, больше чем час строил. И больше заколебался. Ну тут у нас вот такой вход будет в наш музей. И вас, любимых подписчиков, и также покемонов. Тут у нас это только начало, тут у нас будет вот, тут у нас будет вход в музей, тут окна или что такое будут. И вот тут, после этого уже будет сам музей вот тут. И я хотел бы вас спросить, ваше мнение. Ребята, как, давайте на дерево залезем быстренько, чтобы лучше видно было, вот. Как будет лучше смотреться... по вашему мнению. То есть, если у нас на входе будут стоять вот такие большие статуи, вот, например, большущий золотой грудон. Если честно, очень прикольно так выглядит. О, винозавр там. Если честно, очень прикольно так выглядит, потому что как раз музей, да, и золотая статуя. То есть, золотая статуя в музее как раз подходит. Или вот такой грудоша у нас будет охранять музей, можно и так сказать. Золотой. На входе в музей. Или вот такая небольшая такая, не знаю, травичка, такие деревья, ну как это, искусственные деревья, можно сказать. И вот так просто будет, чтобы, знаете, не было тут вот такого большого пустого места, чтобы как-то что-то вот тут забить, и чтобы, ну,
Хотя бы что-то вот тут было, да, не чтобы, чтобы не было чего-то пустого. Сам запутался, что сказал, но я думаю, вы поняли. И как будет лучше? Как лучше забить пустоту? Поставить золотую статую Гроудона тут и вот тут? Или убрать тут золотую статую Гроудона и поставить вот такие небольшие деревья, там травичку? Я не знаю, если честно, ребята, мне кажется, что Гроудон как раз так прикольно тут выглядит. Это еще такой самый, знаете, большой покемон, с шейдерами он вообще охрененно смотрится. А знаете, что он ночью светится? Смотрите, пропадает вот так. А так появляется. Пропадает, появляется. Пропадает, появляется от Гроудоша. Смотрите, когда мы, вот там, когда мы находимся вот там, возле нашего дома ночью, если дистанция позволяет смотреть сюда, то вроде вот этот Гроудон как раз тут светится. То есть таким, знаете, золотом так светится с большого расстояния. Но я, ребята, спрашиваю у вас ваше мнение, как будет лучше, чтобы вот тут на входе в музей вот это пустое место забивал Гроудон, или чтобы были вот такие небольшие деревья. Ну, это вы, ребята, напишите, и как вам лучше кажется. Так, я еще хочу вот это посмотреть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Просто хочу посмотреть, нормально ли я тут сделал симметрично. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, отлично. Ну и что, давайте дальше приступим. Музейчик я показал, какой он у нас будет. Я еще, конечно, его не сделал, но это, ребята, я делаю специально для вас. То есть для вас, подписчиков, чтобы тут у нас был музей подписчиков и также покемонов. Во вторую очередь, я хотел сказать по поводу серии Пиксельмона. Мне многие уже люди... Ой, ребята, покушайте сливку, это вам, держите. Давайте селфи сделаем. Селфи в полете со сливкой на фоне нашего музея. О, сделал. Прикольно. Так, ребята, что я хотел сказать. Так как многие меня просили, в принципе, я сам об этом думал. По поводу второй серии в день. Вы хотите, чтобы серия Пиксельмона выходила не только одна в день, а чтобы выходили две серии Пиксельмона в день? Может, сейчас многие напишут: ура, да, Эдисон, я хочу две серии в день Пиксельмона, давай 3, 4, 5 и 10. Ну ладно, просто я так спрашиваю. Если вы хотите две серии Пиксельмона в день, что от вас требуется? От вас, ребята, ничего больше не требуется, кроме лайков. Все, что от вас требуется, это лайки. У нас была уже такая система, и, в принципе, сейчас тоже так будет. Что мы делали? То есть... как мы это все делали? Утром по графику выходит первая серия Пиксельмона, допустим, 10 часов по Москве утром, да? Выходит первая серия Пиксельмона. И если эта серия за 9 часов, то есть от 10 часов утра к 7 часов вечера, если вот эта серия набирает 500 лайков, ну, это уже зависит от вас. Если вы хотите, чтобы вышла новая серия, то если эта серия набирает 500 лайков, то новая серия Пиксельмона выходит в 7 часов вечера по Москве. То есть вторая серия за день. Все, что от вас требуется, это вы зашли и посмотрели первую серию, и за 9 часов, то есть если за 9 часов серия набирает 500 лайков, то после 9 часов... того времени, когда набираются лайки, выйдет вторая серия за день. Так же, как у нас было до этого. Если вы помните, в предыдущем сезоне у нас тоже так было. По графику я там составлял график. Что? В 10 часов утра по Москве выходит первая серия Пиксельмон. За 9 часов, если она набирает какое-то определенное количество лайков, сейчас это 500 лайков. Если она набирает 500 лайков, то в 7 часов по Москве вечером выходит вторая серия Пиксельмона за день. То есть вы можете посмотреть, может выйти в день до двух серий Пиксельмона. Сейчас в данный момент выходит только одна серия Пиксельмона в день. Ну, иногда может какие-то другие... видео, то есть или мини-игры, или там еще какие-то прохождения, или прохождение карты, или еще что-то. Но если вы, ребята, хотите, чтобы выходил и Пиксельмон, то есть до двух серий в день, то просто, ребята, поставьте лайки, и я уже на этом буду вам благодарен. И тем самым вы сможете посмотреть до двух серий в день.
Так что, ребята, это зависит от вас, и у нас как раз эволюция Торчика. Плюс к тому, у нас был Свампер 51 уровень. Без съемки я убил там парочку боссов, и наш Свампер уже 52 уровень. И он уже изучил атаку Earthquake, что офигенно. Поэтому, ребята, когда выходит серия, это уже зависит от вас. И если вы, ребятушечки, хотите две серии в день, то есть посмотрели одну серию в день, как мне писали люди, ну чё ты, Эдисон, ну вот, когда мне ничего дома делать, я пришел домой, и я посмотрел твою серию, и все, мне скучно, то есть мне больше нечего делать. Что мне делать, Эдисон? Я хочу, чтобы ты еще одну серию выпустил, но ты выпускаешь только одну серию в день. И Эдисон, ну и что мне делать? То есть я посмотрел одну серию, и все, больше я не могу никакие серии посмотреть. А вот сейчас, ребята, если серия набирает 500 лайков... Ой, я случайно, ну, просто уже на автомате, знаете. Если серия набирает 500 лайков, то... То миганем там. Если серия набирает 500 лайков, то новая серия выходит еще сегодня. То есть до двух серий в день. И выйдет ли она, это уже, ребята, зависит от вас. Хотите новую серию? Вперед лайк. И новая серия выйдет сегодня. Это я уже, ребята, сказал. Так. Фух, о, Duskstone. Нормально. Дальше. Дальше полетели мы быстренько в деревню. Потому что в этой серии, так как я уже начал делать музей, в этой серии я уже выберу двух активных подписчиков. И изменю первого подписчика. Я не изменю первого подписчика, оказывается, просто у него неправильно ник написал. Я неправильно его ник написал. То есть его имя. А где наш Чизл? А, он, походу, я понял. Вот он. Вот он тут. Это уже можно удалять, мы еще перенесем туда, чтобы уже было место. Это все тоже нужно будет забрать, перенести потом это все домой. Полетели. Где находится? Вот он, находится вот там. Полетели туда быстренько. Мы уже крутые, ребята, у нас уже железные крылья, мы уже можем до 25 раз в воздухе, ну, улетать. Это офигенно. Так, сейчас бы приземлиться, это уже потихоньку кончается там. Вот так и дальше. Первый человек, который у нас попал в наш музей покемонов, оказывается, я неправильно его имя написал. То есть не Никита Хижняк, а вроде Денчик Хижняк. Поэтому я извиняюсь, что я неправильно написал, но все же я сейчас поменяю. Так, падай, спускайся точнее. И давайте вот сюда. Так. Фух. Дальше вот это можно расчистить. Так, ну что, первый. Кто там был? Свамперт, да? Вот он. И первый у нас Денчик Хижняк. Вот, я говорю спасибо тебе за то, что ты ставишь лайки и комментируешь, но продолжай в этом же духе. То есть, если я замечу, что ты начал там, я не знаю... То есть, точнее, не начал, а точнее, перестал комментировать или ставить лайков. То есть, как это слово называется? Начал бастовать или как? Короче, то тогда я извиняюсь, но я тебя уберу с нашего музея покемонов. Потому что, если ты комментируешь, то я тебе поставлю в музей покемонов и также дальше продолжай комментировать. И за это я буду тебе тоже благодарен. Второй покемон. Пикачу в данный момент... Ой, неправильно написал. Пикачу. А, и кто там? Сейчас я посмотрю. Второй это Данил Киреев. Я заметил, что он Данил Киреев. Тоже спасибо тебе, чувак. Ты активно комментируешь. Я тебе практически... Ой. Да твою ж... Пикачу. Спасибо тебе, чувак. Ты действительно активно комментируешь. Я тебе практически вижу... В каждом видео, сейчас посмотрю твое имя, Данил Киреев. Данил Киреев. Вот так, отлично. Я тебя замечаю в каждом видео, за это тебе огромное спасибо. Потому что ты действительно ставишь лайк и под каждым видео ставишь комментарии. Но не прекращай, потому что я тоже. Если замечу, что ты перестал комментировать и ставить лайки, то я извиняюсь, но с музея покемонов я тебя выкину, потому что если ты ставишь лайки, то продолжай в этом же духе. И еще один покемон. Так, тут сколько я пропустил? Одну. Ну, давайте уже Камбускен. Апдейт.
Вот так. И еще один человек, это у нас Антон Легенд с аватаркой Маткипа. Тоже спасибо тебе, чувак. В последнее время я заметил, что ты комментируешь каждое видео, даже по несколько раз, отвечаешь на вопросы других подписчиков и также ставишь лайки, за что тебе огромное спасибо. Но я сейчас тебя поставил в наш легенд. Просто пишу легенд и сказал легенд. Сейчас я поставил тебя в наш музей покемонов. И если ты перестанешь комментировать или если перестанешь ставить лайки, то я извиняюсь, но я тебя удалю с музеев подписчика. С музея подписчика, потому что нужно продолжать. Всех трех человек, которые я уже поставил в музей наших подписчиков и покемонов, вам еще раз действительно большое спасибо за то, что вы комментируете, ставите лайки. Но продолжайте в этом же духе. Те, кто не попали в музей, ребята, я наблюдаю за каждым с вас. Я смотрю каждое видео, каждый комментарий, который вы пишете. То есть, я не могу в одну серию запихнуть сразу 100 человек, которые пишут активно комментарии, да? То есть, кто пишет активно комментарии, я его ставлю. Кто еще пишет активно комментарии, но я не могу его поставить, потому что все покемоны уже заняты. Я его записываю в блокнотик, и я его потом поставлю на других покемонов тогда, когда мы их словим. То есть, ребята, именно вот ты, чувак, который, да, сейчас меня слушаешь, да, я тебе говорю, вот ты, чувак, именно, может, ты сейчас находишься в моем блокноте, именно твое имя там записано, именно ты попадешь, твое имя попадет на следующее нашего покемона. Но это зависит от тебя, если ты комментируешь, если ты ставишь лайки, если ты комментируешь каждое видео. Поэтому, ребята, не надо расстраиваться. То есть, если бы у нас было 50 покемонов в этой серии, то я бы 50 человек написал. Но сейчас, в данный момент, у нас только 3 покемона. Поэтому продолжайте также комментировать видео. И если вы будете активно комментировать, ну, видео, да, то вы попадете, если вы будете активно комментировать видео, то вы попадете в музей подписчиков. Я вроде нормально уже все объяснил, просто нужно растолковать 10 раз, чтобы все поняли, не забыли, не переспрашивали и все такое. Фух. Disconnected from server. Какой в жопу сервер, если я играю в одиночке? Я нажал букву R, и меня выкинуло с сервера. Эта буква R какая-то баганая, потому что каждый раз меня выкидывает за этой буквы R. Что тут находится на букве R? Только вроде выкинуть покемона, да. Send out покемон. Больше ничего. Почему меня всегда выкидывает из-за буквы R, когда я нажимаю? Вот сейчас я выкинул покемона, меня выкинуло. Бред какой-то. Ладно. Что дальше? Нам нужно ловить трех покемонов. Во-первых. Дерево есть, но у нас нету склада, чтобы еще. Сейчас. Что нам нужно? У нас есть премиум бол, лов бол я выбил, да, получается. Это можно все сложить сюда. Вот так, да. Это тоже тогда можно. Это заберем, это положим. Где находится? Еще один покебол возьмем. Мастербол, ну, он у нас тут, нормально. А где наши даскболы? Вот я сейчас смотрю и тупо я не вижу. Может, а, вот они. Левелболы мы уже все потратили. Даскболы у нас есть, премьерболы есть, ловболы есть, покеболы есть. А в следующей серии, ребята, мы себе наловим большое количество... Точнее, не наловим, а сделаем большое количество покеболов. Потому что это уже нужно делать. Ой, да твою ж... Капут. Я опять херню сделал. Ну ладно. Тут же желтые должны быть, а не красные. Вот тут же желтые должны быть. Твою ж... Ну ладно. О, чикарита! Нам как раз нужен травяной. Ребята, нам нужен травяной покемон. Не убей. Я не знаю. Любой атакой мы сейчас ее ударим, любой атакой мы ее убьем. Чикарита, я тебя умоляю, пожалуйста. Ну, дорогуша ты наша. Ребята, хрена нас ловится, если честно. Давайте один раз. Ну, пожалуйста, не убей.
Эмбером ты 1000000% ее убьешь, потому что огненный против травяного 1000000% убьет. Пэк. Ух, красавец! Рискованный комбус Кен. Ну, пожалуйста, словись. Я тебя умоляю. Ну, пожалуйста, Чикарита, будь классной девочкой или кто ты там. Я тебя умоляю. А, ты паскуда. Никакая ты не девочка, ты паскуда. Все, ребята, даскболом. Или мы сейчас тупо ночь будем ждать. Ну, давайте, может, попробуем ловболом. Хрен, конечно, это словится. Хрен. Но Пикачу нету смысла бить, а 1000000%. Давайте, ладно. А прикол, если днем словится даскбол. Это, конечно, глупо, но... Не-не-не, ребята, это не дело. Не, хрен мы ее словим. Ладно, так уж и быть. Словим потом, если получится. Никак, ребята, мы ее бы не словили. Ну просто никак. Никак. Да чё ты опять случайно сюда поставил и прокакал один. Ладно, так, ща. Тут я хотел еще тоже вот так посадить. С этой стороны эти, а с этой стороны желтые. Отлично, все. Уже более-менее наш сатап иконов разрастается. Нам нужно сделать покебол для того, чтобы словить покемонов в следующей серии. В следующей серии я хочу словить как минимум одного. Одного... Кого? Допустим, травяного покемона, да? Допустим, одного травяного покемона. Или Бульбасара, или Чикариту, или Снайви, или... Ну, конечно, еще... Чуртвик! Жопошник ты! Чикарита, ты жопошница, а Чуртвик, ты жопошник. Вы заспаунились две паскуды мелкие в одном и том же месте днем и когда у меня нету покеболов. Ну почему вы такие гниды мелкие? Ну почему сейчас? Это закон, это тупо закон полости. Чуртвик. О, два Чуртвига. Да. Смотрите, что мы можем сделать. Если, конечно, он сейчас не пропадет. Если он не пропадет в течение 3 минут. Давайте, ребята, какой-то сейчас рекорд мы поставим. Если мы, конечно, это сможем сделать. А хрен мы это сделаем, потому что у меня... А, есть. Чуртвик, я тебе просто умоляю. Ну не пропадай. Дай нам возможность. Дай нам возможность, пожалуйста. Пожалуйста, не пропадай. Так, Чуртвик, я тебя прошу, ну не пропадай ты. А хотя как мы... Твою ж мать, а, Чуртвик. Ну это вообще, ребята, офигеть, потому что... 7, нет, давайте не 7, а давайте 6. Вот, 6, а тут тоже 6, давайте. Сделаем, хотя нет. Ну ладно, пускай будет. У нас нету железа даже. С алюминия вроде тоже можно. Но там вроде меньше, да, получается? Да, 3. Давайте 6 сделаем. Хреново, ребята. Хреново, потому что мы профукали мало того, что Чикарита, мы профукали еще Чуртвига, который, мне кажется, реже спавнится, чем Чикарита. И это, если честно, хреново. Это очень хреново. И все из-за того, что у нас нету покеболов. В следующей серии, ребята, я вам обещаю, что в следующей серии мы словим, ну, одного покемона 1000000%. Второго я не знаю, я постараюсь, но одного покемона мы 100% словим. Это я вам просто обещаю, ребята, что одного покемона в следующей серии мы 100% словим. Так, это сюда, я себе... Ой, наоборот. Я себе сейчас даже специальную парочку ультраболов сделаю. Так... Так, это сюда. Замечательно. Точно. Ну давайте тогда... Ой, что я взял? А давайте тогда это все сразу пережарим. Так, это сюда. Так. И вот так. Все, замечательно, ребята. Фу, давайте подождем. Парочку кнопочек. И сделаем себе... 3 ультрабола. Я просто надеюсь, что в следующей серии мы кого-то словим. Давай, еще один. Потому что это хрень, если честно. Вот так мы профукали Чикариту и...
И черт вега, она, у нас есть водный, у нас есть электрический, у нас есть уже огненный. Нам нужно травяного и еще двух дополнительных каких-то. Ну, чтобы хотя бы вот эта одна команда была. И потом уже ее, в принципе, даже можно выкладывать в компьютер. Потому что в этом сезоне мы не качаем команды так, как, ну, к 60 уровню, так как мы это делали в прошлом сезоне. И, наверное, я потом без съемки, точнее, вне видео, я пойду в шахту. Потому что, ребят, это жопа в том смысле, что у нас нету... у нас и факелов нету, офигеть. В том смысле, что у нас нету... Как это называется? У нас нету железа. А без железа покеболы не очень быстро делать. И даже у нас алюминий остался. 6 алюминия это только 6. Да, это 6. 6 алюминия это 6 нижних частей покебола. Что в принципе только обещает нам 6 покеболов. Это не очень так и много. Так. Так. Ну давайте еще убьем вот этого Арбока. Иди сюда, зараза. Так, идем поспим. И в следующей серии, ребята, мы выходим на большую охоту. То есть в следующей серии уже у нас начинается большая охота. Нам уже нужно идти ловить покемонов. Одного покемона, я говорю, мы 100% прям должны словить. Должны словить. А вот двух покемонов я не знаю. Двух увидим. Так, ладно. Давайте идем поспим. И на этом закончим эту серию. Продолжайте, ребята, активно комментировать, если вы хотите попасть в музей покемонов. Но это можно сказать, как бы это правильно сказать. Тут тоже есть своя очередь. То есть, чтобы попасть в музей покемонов, тоже, ребята, дождитесь своей очереди. Потому что у нас нету столько много покемонов, чтобы запихнуть это все в музей покемонов. Так, ладно. Давайте еще вот это соберем быстренько. Еще вот это быстренько соберем. Сем. Так, это еще давайте вот сюда. Это даскболы. Потом, может, ночью кого-то пойдем. Тут уже готово. Что тут нам осталось? Так, сейчас мы соберем. 9. 9, давайте тогда уже засадим это. 9. 1, 2, 3, 4, 5. Еще один. Ай, случайно. Замечательно. И все, у нас уже готова ферма. Тебя бы еще, зараза, убить, а? Так, да, в принципе, мы тебя быстренько вообще. 3 ударчика, ты даже не заметишь. Ты даже старая не заметишь. Ну ладно, 4, я ошибся. Вот ты паскуда. Ладно, быстрее убил нас, чем мы его. Ну да, ты, наконец-то. Так, и все, наша ферма готова. Уже больше, в принципе, ничего сажать не нужно. Вот такую я хотел сделать себе ферму. Фу, тут на левел, в принципе, о, точно, нужно себе левел-болы сделать. А мы уже можем левел-болы сделать. А хотя, давайте сделаем в следующей серии левел-болы, и, ребята, мы прям топаем на большую охоту. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если наберем 500 лайков, не забываем, ребята, если мы набираем сейчас 500 лайков на этой серии, прям в этот момент набираем 500 лайков на этой серии, то новая серия выходит ровно в 7 часов по Москве и еще сегодня, то есть вторая серия за сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем за просмотр, всем удачи и всем пока.